вот мы добрались до улицы Римской, на которой жил Амадео Модельяни, и здюсь установлен его бюст. Вот такой архитектурный ансамбль, я бы сказала, такая скамеечка красная, здесь постамент красный, и уже ясно, что где-то здесь жил великий художник. Когда мы сюда собирались, почитали о нем подробнее и узнали, что, оказывается, Модельяни не итальянец никакой, это удивительно. Мы думали, что он всегда итальянец, а оказалось, что он еврейского происхождения, из испанских евреев. И ехал он в Париж учиться, его мать отправила, дала ему денег, и таким образом он получил вот эту вот французскую школу живописи. Так, где же тут жил Модельяни? А вот и он. Вот его портрет, а вот и дом. Написано, что эта памятная плита была установлена 12 июля, да? Июля это? Люглю, да. 59 года. А так как Модельяни родился 12 июля 84 года, то получается это к 75-летию было сделано. Вот его дом. Интересно. Моя, ну, скажем так, интернет-знакомая Ирина Белякова написала песню, посвященную Модельяни. «Мне с тобою пьяным весело». Стихи Анны Ахматовой, а музыка исполнения Ирины Беляковой. Если вы наберете в интернете «Мне с тобой пьяным весело» Ирина Белякова, то найдете ее песню. Обожаю эту песню, обожаю эту певицу. Она из Нижнего Новгорода, артистка театра Нижегородского. И очень хорошо поет. Всем привет из Ливорно!